Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада снова вас видеть, и мы продолжаем с вами наше путешествие по миру искусства. И сегодня мы попали на удивительную выставку одной нашей алматинской художницы Садибековой «Салтанат». Эта художник уже не новичок, она уже много лет в искусстве, она уже нашла свой стиль, узнаваемый, совершенно неповторимый. И вот сегодня мы посмотрим ее картины и еще раз убедимся, во-первых, что такое цвет в живописи, да, и как он много значит, потому что именно цвет выражает эмоции, образ, чувства. А с другой стороны, мы посмотрим, как личность художника всегда передается в его произведениях. Потому что, глядя на, если мы в целом посмотрим на всю выставку сразу, то мы увидим, что живопись здесь яркая, воздушная, легкая, очень жизнерадостная. Это абсолютно точно совпадает с личностью самой художницы. Личность художника всегда передается в его работах. И глядя на эти работы, такие воздушные и полные восхищения красотой мира и людей, мы понимаем и представляем себе, какая сама Салтанат. Такая же точно жизнерадостная, открытая, веселая, неунывающая. Живопись – это не просто картинки, мы с вами это уже давно поняли. А живопись – это всегда, ну, какой-то посыл зрителю. И это всегда приглашение в свой мир. Вот давайте посмотрим теперь внимательно, какой это мир Салтанат Сабигатовой. Это всегда пейзажи, чаще городские пейзажи, но и природные тоже. Она пишет их очень ярко, она пишет их в полную силу. У нее нет полутонов, она не знает, что такое полутона. И поэтому это скорее не импрессионизм, а экспрессия. Да? Экспрессия – это когда художник форсирует цвет, форсирует форму и преувеличивает как бы все, да, доводит контраст до предела, до максимума, доводит выразительность до предела. И мы видим, с какой она радостью и удовольствием наблюдает она за миром, как она открывает красоту каждого дерева, каждого цветка, каждого букета. Ну и еще мы видим, что она много путешествует. И все ее путешествия как раз отражаются в ее работах. Например, Восточный базар – это явно Узбекистан, это явно, может быть, Самарканд. И вот этот весь, вся пестрота мира Восточного базара, весь шум его и суета, и такая праздничность, да, она вот в узорчатости этой картины, да, она очень пестрая, но при этом эта пестрота органичная, да, потому что эта пестрота присущая вот этому месту, она выражает образ этого места. Салтанат любит узнавать, что там вдалеке за той тропинкой, за поворотом. Она любит знакомиться, она любит узнавать новое, и поэтому ее серия про Италию потрясающе легкая и потрясающе жизнерадостная. Во-первых, цвет. Какой выбирает цвет она, например, для вот этого образа Флоренции? Она всегда работает с цветами декоративными, поэтому мы видим тут почти такие анилиновые, почти кислотные цвета, лимонный, сиреневый. И вроде бы вы скажете, ну, в реальной Флоренции нет таких цветов. Там черепичные крыши, там больше такой вот этот цвет кирпичный. Но, тем не менее, образ Флоренции как место такого легкого, праздничного, домашнего. Как переводится название города Флоренция? Флора. Город-цветок. И в этом, даже в самом названии, как вообще в духе итальянского искусства, мы всегда чувствуем удивительную эмоциональность итальянцев, их умение откликаться на красоту. Флоренция – это город с такой длинной-длинной историей, легендарный город. В ней жили такие художники, которых мы называем сегодня титаны Ренессанса. Да? И это Микеланджело, Рафаэль, Леонардо, но еще Джотто. И на работе у Салтанат, как бы таким центром, стоит колокольня Джотто, а за ней купол Санта-Мария-дель-Фьоре, а дальше арки и Брунеллески. И это все фрагментарно, это все соединяется в картине в таком произвольном порядке. Сам собор Санта-Мария-дель-Фьоре и, наконец, Давид. Давид – это главный герой эпохи Ренессанса, и Давид – это главная работа Микеланджело. А Микеланджело – это тот, для кого Флоренция была городом, родиной. Даже он подписывал свое имя Микеланджело флорентиец всегда. И Давид, я думаю, что вы видели эту скульптуру уже, если нет, то мы обязательно ее посмотрим. Почему Давид так часто встречается в искусстве Ренессанса? Потому что Давид – библейский герой, который победил Голиафа, хотя вообще-то он не мог его победить, потому что он был еще не воин, и он был еще даже не взрослый, а Голиаф был воин и великан, и большой, да. Но Давид оказался последний из мужчин, филистимян, последний из мужчин своего рода. И тогда народ его выставил на бой, надел на него доспехи, выставил в бой перед Голиафом. И Давид, когда он стоит и готовится к этому бою, вот как раз у Микеланджело именно такой Давид. Он весь сосредоточенный внутренне, и он понимает, что если он сейчас не победит, то погибнет весь народ. И, но понимает еще, что победить он не может, потому что силы неравные, и нельзя победить воина, профессионала, если ты мальчик-пастух. Но он так концентрируется, он так начинает верить в себя, что с первого раза он снимает в последний момент доспехи, в которых он не умеет двигаться, берет в руки прощу, проща – это такая рогатка, размахивается и попадает Голиафу точно в глаз и убивает его. И вот все художники эпохи Ренессанса очень любят этот образ, потому что он воплощает веру в себя. Вообще самое главное открытие эпохи Ренессанса
Ренессанса – это как раз вера в человека, вера в себя самого. Не в Бога, не в какие-то сверхъестественные силы, а в себя самого. Герои эпохи Ренессанса именно такие, какими их изобразил Микеланджело и Рафаэль, и Леонардо. То есть это герои, которые могут абсолютно все, что они хотят. Это которые самостоятельные, независимые, свободные, бесстрашные, которые любопытны, которым интересно всегда узнать, что там за горизонтом. И поэтому столько открытий происходит в эту эпоху. Открытий географических, научных, открытий в искусстве. Но заметьте, что мне очень кажется интересным в творчестве Салтанат, это то, что она всегда соединяет свои впечатления мира европейского, западного, со своими традиционными, привычными архетипами. Я имею в виду орнаменты, я имею в виду раму, которую мы всегда, я имею в виду какие-то узоры и узнаваемые наши бесконечные элементы из традиционной культуры, из традиционного искусства. И вот такой синтез, потому что ведь искусство, на самом деле, всегда не одинаковое. Оно очень зависит от того, кто на него смотрит. И Флоренция перед нами, не просто Флоренция, а Флоренция, на которую смотрит наша художница Салтанат из Казахстана. И поэтому она смотрит своим взглядом и видит совершенно свое, другое. И плюс еще она смотрит на Флоренцию из 21 века. И это другой образ. И поэтому вся Флоренция летучая, легкая, здесь вообще нет черной краски. Она очень летящая, воздушная, она подвижная, как наш мир. И это вот удивительно, как художник может реальный мотив преобразовать в образ. Да? Вот она же не пишет нам, просто повторяет все, что видит, да? А она создает образ. И вот этим она интересна. Вот сейчас мы рассматриваем с вами еще одну очень интересную работу Сапегатовой «Салтанат». Она называется «Тосканский пейзаж». А что такое Тоскана? Тоскана – это такие земли в Италии, которые располагаются вокруг Флоренции. Нам рассказывает про Тоскану художник современный. Она очень много экспериментирует. Она работает то акрилом, то маслом, то разбавляет этот акрил так, что он похож на акварель, то пишет очень плотно, мастихином, то кисточкой, то просто разбрызгивает краску. Она абсолютно свободна. И вот это тоже очень важно, когда художник не боится быть собой. Он не в плену натуры, как бы, да? Он не просто наблюдатель за реальностью, а он ее всегда передает в неком образе, он ее всегда интерпретирует по-своему. Заметьте, при всей условности изображения, да, а вот мы видим здесь язык очень условный, здесь не прописаны детали, здесь только обозначено и намечено все, но при всей этой условности и стилизованности, да, мы очень точно узнаем образ места. Вот что такое настоящий художник. В Тоскане вокруг Флоренции очень много маленьких городков, и они, каждый из них имеет свою историю, и они сегодня сохраняют тот вид, который имели 500 лет назад. И один из таких городков называется Сиена, и как раз у Салтанат Сапегатовой очень интересный этюд Сиены, узнаваемый. После простора и пространства и свободы пейзажа тосканского мы видим вдруг тесноту городской застройки и такую тесноту помещений, потому что понятно, что они здесь строились на одном и том же месте 500 лет и очень много. Кроме того, Сиена – это место, где такая особенная глина. Это глина такого красноватого цвета, и даже краска так называется – Сиена. Удивительно, что Салтанат не берет прям именно этот оттенок, а только его обозначает. Но тем не менее, все-таки у каждой земли итальянской есть свой цвет. Умбрия – это краска Умбра, Сиена – это город Сиена. Каждая краска связана с теми органическими материалами, которые здесь находятся, и из этой глины или из этого минерала делали здесь эту краску. Но вообще просто интересно, как художник умеет работать с пространством. Она может выразить как воздушное пространство, бесконечное, большое, так и очень тесное, но от этого не менее интересное и красивое, потому что ты понимаешь, что это сама история сконцентрирована здесь в каждом элементе. Эта работа Сапегатовой «Салтанат» называется «Тоскана у Франки на кухне». И это такой маленький этюд. В этом маленьком этюде есть история. И это опять личная история самой Салтанат, потому что Франка – это наверняка ее подруга. И все пространство кухни такое заполненное маленькими-маленькими всякими деталями, очень интересными, очень красивыми. Оно уютное, домашнее. И ты понимаешь сразу, как здесь хорошо. Это пространство, где тебя ждут, пространство, где тебя любят, пространство, где тебя слышат, понимают. Это то, для чего мы совершаем путешествие. Потому что на самом деле города – это люди. И мы едем не за красивой архитектурой, а за новыми встречами, за новыми друзьями, за новыми впечатлениями. А впечатления дают нам как раз люди. Эта работа полна таких впечатлений, очень теплых, живых, таких радостных. Интересно написала и рассказала эту историю Салтанат Сапегатова. Салтанат Сапегатова – художник многогранный, многосторонний. Конечно, большую часть ее живописи занимают такие наблюдения за природой, за цветами. И это очень декоративные, красивые панно, которые изменят любое пространство. Но, как настоящий художник, она немножко поэт и немножко философ. И вот эта работа, которая называется «Авоз и ныне там», это тоже такое иносказание. Мы видим нагруженную всяким скарбом телегу, да, тяжелую, которую тянут в разные стороны несколько человек. И она никуда не двигается, потому что тянут они ее в разные стороны. И вспоминаем сразу бессмертные строчки Крылова.
Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Да? То есть все начинается с дружбы, с понимания, с взаимопонимания. И мы с вами тоже можем в этом поучаствовать. Мы можем начать понимать друг друга, а лучше любить друг друга. Салтанат очень много работает на пленэре, но ее пленэр все-таки отличается от пленэров-импрессионистов, потому что, с одной стороны, она, конечно, останавливает мгновение и тоже сфокусирован ее взгляд, сосредоточен всегда на том моменте, который сейчас изменится. Закат, солнце или восход, или зенит. Но все-таки от натурного наблюдения она переходит всегда к интерпретации. И поэтому цвет становится у нее самостоятельной живой стихией, и форма тоже. И форма, и цвет у нее очень связаны. Вот насколько цвет контрастный, настолько форма подвижная всегда. Самая любимая работа моя на этой выставке – это вот это. Называется она «Восточный базар». И это очень хороший образ любого восточного базара, который, несмотря на то, что 21 век, все равно сохраняет свою аутентичность и свою нарядность, и свою говорливость. И вот эти все очень интересные и не похожие ни на что больше узоры, краски – это все многоголосие, шум этого базара. Да, вот эта суета, которая на любом восточном базаре всегда встречается. И она очень праздничная, эта работа, потому что это такой образ горячо любимого своего, не какого-то далекого, да, а вот своего места, там, где ты привык, там, где ты вырос, там, к чему ты привык. А теперь, как обычно, я хочу задать вам вопросы, чтобы подытожить наш разговор. Первый вопрос – что такое экспрессионизм в живописи? Второй вопрос – что такое импрессионизм в живописи? Третий вопрос – почему Давид стал любимым образом и любимым героем всех художников эпохи Ренессанса?